Здравствуйте, мои дорогие друзья! Давно мы не виделись, и, к сожалению, сейчас только вот так будут проходить наши занятия. Дело это для меня новое, но лиха беда начала, как говорили на Руси. А у вас-то уж точно все получится. На наших последних занятиях, когда готовили рисунки к весенней выставке, вы пожелали нарисовать котика. Вот сегодня ваше пожелание я и исполню, и постараюсь вам помочь. Вот смотрите, какого котика я предлагаю вам сегодня нарисовать. Итак, для занятия нам понадобится лист А4, простой карандаш, цветные карандаши, ластик. Занятие графика. Котик, тигрик. Ну что ж, начинаем. Внимательно рассмотрите моего котика. А затем сделаем простым карандашом набросок. Рисуем туловище. Оно вытянутое, овальной формы. Похоже на баклажан. Головка, мордочка у котика, круглая. Котик наш лежит. Далее рисуем лапку и хвостик. У нас видна только одна лапка. Она под головкой. На нее он положил свою головку. Котик отдыхает. Поэтому мы рисуем только одну лапку. Это очень легко выполнить. Далее стираем вспомогательные линии. Теперь наметим ушки, глазки. Мой котик спит, а вы, если хотите, рисуйте глазки не одной линией, а двумя. Открыты глазки. Носик рисуем от глаз. Под носиком щечки и подбородок. Такой дугообразной линии. Далее простым карандашом нарисуем короткие риски, штришки, изображающие мех, на головке от носика к ушкам, на щечках влево и вправо. На лапке снизу вверх.
потемнее в тех местах, где головка соприкасается с лапкой. На туловище от головки и по спинке. Сверху вниз. Как у моего тигрика. Где темнее у нас ворсик, там нажимаем посильнее на карандашик. Теперь можно взять помягче карандашик и все тело закрасить серым карандашом. И если он у вас темно-серенький, то в дело пойдут цветные карандаши. Можно темно-серым или черным закрасить все тело котика. А может быть, он у вас рыжик? Значит, надо взять оранжевый карандаш. Носик и ушки можно подкрасить розовым, а глазки зеленым или желтым. Зрачки, конечно, черные. Такой носик розовенький у нас получается. Не забудем нарисовать усы у котика и такие точечки на щечках и усики.
еще можно добавить на лобике несколько штришков, полосочек. Сверху вниз. Такая челочка у него красивая. Ну вот мой котик будет светло-серенький. Так мы нарисуем шерстку, ведь он же у нас пушистый. Вверху спинки, на хвостике. Мягким карандашиком еще подрисуем, где потемнее полосочки. Вы можете черным подрисовать.
Теперь фон можно аккуратно заштриховать фиолетовым цветом или вишневым. Сейчас еще мордочку подрисуем. Вишневым цветом теперь вишневым цветом рисуем фон. Сверху можно побледнее, а внизу половичок, на котором он у нас отдыхает, можно нарисовать другим цветом или же таким же цветом, но потемнее. Ровненько, аккуратно штрихуем фон, держа карандаш в третьей позиции плоско. Последние штрихи. Рисуем глазки зеленые. Не забываем оставлять небольшой-небольшой блик, беленькую точечку. И над глазками тоже у нас такие, как усики. Над глазками. Вот такой у нас получился красивый котик, тигрик, барсик, рыжик. Теперь вы можете его повесить на стену. До свидания, ребята! До новых встреч! С вами была ваша Татьяна Александровна. Убежал куда-то далеко, да.
далеко и не выпил свое молоко, молоко. Где же ты, наш котенок? Вернись поскорей и порадуй.